На фоне слухов о смерти президента Путина и беспорядков, которые произошли в Махачкале в России, начался передел власти, пишет телеграм-канал «Генерал СВР». По мнению авторов ресурса, торги за лучшие места грозят стать самыми грязными и кровавыми в новейшей истории РФ. По информации канала, в понедельник во время беспорядка в Дагестане все доклады для президента направлялись секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Он же якобы и принимал ключевые решения. Также генерал СВР отмечает, что якобы секретарь Совбеза уверен, что в захвате аэропорта и организации поисков еврея виновны силы, связанные с чеченским руководством. При этом после якобы смерти президента России Владимира Путина, о которой не перестает писать СВР, Северный Кавказ становится центром напряженности и рычагом давления на российское руководство. Также по версии канала генерал СВР в понедельник и во вторник состоялись смотрины двойника президента России Владимира Путина. Канал утверждает, что двойник якобы даже провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеосвязи и очно встретился с представителями Совбеза, правительства и руководства силовых ведомств. Также ресурс утверждает, что в окружении Путина начался пересмотр сфер влияния. Многие устали от постоянно давляющей темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире. В любом случае, движение началось и начался большой политический сезон, пишет генерал СВР.